Ого. Да, тут красивый, модный. Да. 8 тысяч стоит. Ребят, всем привет. Всем привет. Рома вывела в торговый центр. Да, мы с Аней, короче, в торговом центре. Сегодня у меня выходной. Сейчас вам покажем какой. Дай, ходили в салон машину смотреть, пока там неудобно снимать. Да, ребят, ходили посмотреть машину в автосалон новую. Короче, смотрели какую? Хавал. Хавал. Джулион. Мне не понравилось. Стоит ценники от 1 900 000, ну, типа минимальной комплектации, максимально, и до 2,5 миллиона. А, не иди сюда. И прикол в том, мы говорим, а есть в наличии минимальной комплектации? Говорят, нет, только максимальной. Типа, ну, минимальной комплектации нет. Кредит насчитывают так, что, короче, будешь должен всю жизнь. 80 да. тысяч на 2 года? Не, переплата, короче, за 2 года где-то, где-то 400 тысяч переплат. Мы, говорю, не спешим. Возьмем лучше за наличку бэушную или не новую. Да? Ребята, Аня, вот в таком бутике наряде вам покажу. Мой наряд сегодняшний. Значит, Дольче & Габбана, Дольче & Гуччи, я там Армани, кто там еще. Пойдем, идем. Сейчас, подожди, дай покажу. Короче, в общем, вот так, Аня нарядилась. Дольче & Гуччи я называю. Сейчас вам, ребят, покажу, какой он большой здесь торговый центр. Вот, ребята, это мы на втором этаже, да, Аня? Три этажа. Да, вот так выглядит первый этаж. Сейчас пойдем что-нибудь перекусим. Там какая-то кафешка. Кафешка, музыка везде играет. Ну, в общем, красота. Аня, как называется вообще все и торговый центр? Я уже видимо показывала. А, ты уже показывала? Да, только я ту сторону показывала. Это Колумбус. Колумбус. На метро Пражской находится. Пошли. В Москве. Колумбус, Малумбус, пошли. Здесь такие красивые наряды, всякие платья, такие классные. Мам, тебе все красивые наряды. Все красивые. Оказывается, ребята, я думал, мы на... На каком этаже? Я думал, мы на... Это и первый был. Да? По лестнице поднялись первые, а сейчас вот второй. И я думаю, смотрю, что-то лестница еще наверх идет. А да? Какой-то третий. В общем, красотень такая, ребят. Поднимаемся на второй этаж. Вот, ребят, Анин магазин, где она джинсы идет себе выбирать. Все. Мам, где твои джинсы? А? Да, модель джинсов. Вот их где твои джинсы? Плюшные внизу. Вот, ребят, такие она джинсы выбирает. Так, ребят, Аня выбрала джинсы. Покажи, какие ты выбрала джинсы. Короче, вот такие сейчас они. Одену. А здесь снизу обрубано. Как будто кто-то топором обрубал. Нет, это не обрубано. Как не обрубано, глянь. Это так вот они вот так сделаны. Да. Сейчас такие модные. Они как будто кто-то топором мне обрубал. Мне нравится материал, потому что материал очень такой мягкий. Не сильно переодеваться, ничего смотреть на меня. Сойти с ума. Я пока тем временем сижу, смотрю все, как происходит. Видите, сколько здесь переодевалок? Раз, два, три, четыре, пять, шесть штук аж. Много. С этими женщинами, ребят, так тяжело по этим магазинам ходить. Одни джинсы выбирают 25 минут. Они такие, они смешные. Нормальные. Вот Аня одела свои обрубанные штаны. Мам, покажи, дай обрубано покажи. Да, ну где так смешно. Ну только дальше стань. Ну что? Это, наверное, поменьше, сейчас один на другой вариант. Что, эти не подходят? Не, мне не нравится вот этот сильно такой, как отрубок. Нормальные штаны, что ты хочешь? Мне смешно дивиться на ногах. Так вот высокий бы. Ну все. Я их буду называть обрубки.
Да, потому что они обрубаны снизу. Ну, широкие джинсы. Сколько они по цене, сколько они? 3000. Да? Вон цена. А ну, где цена? Там, наверное, даже дороже, не знаю. Какой дороже, ты что? Я зараз дам дороже. Все, ты повезло, 2999 рублей. Ну да, они скидку роблять, не? Нет. Как так не? Тут не до скидок. Ну все, берем туда. Все. Не, ну не тесни, все, давай, еще будем 2 часа выбирать одни штаны. Я что-нибудь не беру, я присматриваюсь. Нравится беру, не нравится. Ну, сходит, конечно, нормально. Сзади я нормально. Нормально. Сзади, зад как нормально. Все, давай, бери, пошли. Дем, я есть ты хочешь я. В общем, ребята, купили мы ей эти долбанные штаны. Глория, как там, джинс или минс, или как там. Ты довольна своими джинсами? Нам надо, Вероника просила на нижнем этаже и этот купить. Кого купить? Не, она такая густенькая, у нас мягкая. Ты что лифт вызвала? Куда мы зараз идем? Наверх? Кто едет? Давай, поедем, не улетаем. А? Ребят, даже в здании вот такой фонтан красивый. Вот такой большой торговый центр. Шикардос, просто шикарно. О, он уменьшился. Ребята, мы на 3-й этаж поднялись. Здесь развлекательные всякие игрушки. Вот для детей всякие карусели, качели. Короче, пока мы заказали перекусить с Аней, да? Что мы заказали? Пиво, чизбургер, гамбургер, да? Ну, сейчас принесут, Рома покажет, что это да. Что взяли. Вот, ребята, вот такие вот здесь кафешки. Вот столько много столиков. Вот видите, все кушают. Очень интересно, красиво тут, да, Аня? Вот мы заказали чизбургер и пиво. Нам дали вот такой колокольчик. Он что, Аня, пикнет, да? Звенит, наверное, что ли, он да. Как должен. Ты идешь, забираешь свой заказ. Короче, каждому покажи столик, сколько здесь много. Я показал, чтобы да. Не будет бегать. Короче, столиков вот, ребята, прям миллионы столиков. И когда наш заказ будет готов, то вот этот колокольчик нам пикнет, и мы пойдем забирать наш заказ, да? Слава богу, Аня джинсы свои долбанные купила. Это было очень долго, мучительно для меня. Ну, купила, да? Там еще суши есть, бар. Кстати, собрание в школе, не забывай. На 6 часов вечера сегодня школьное собрание. Ты пойдешь на собрание? А где будет собрание, будет в актовом зале, пише, потому что вроде да. Пойдешь тебе на собрание? Ты же сказал, что со мной пойдешь. Я не люблю на родительское собрание. Уже и не хочу, мама. Ну, вообще. Так, мама, ты две попутала. Я тебе и то купил, и джинсы купил сегодня, и все тебе накуплял сегодня. Джинсы, и джинсы, и сейчас бургер тебе покупаю, и всякие сладости, и все. Вообще, уже это дело. Ты себе пиво заказал, а не мне бургер. Так, ребята, такой у нас заказ. Подожди, да я так сфотографирую. Подожди. Сфоткалась вам? Да, я хочу вот эти сфоткать. Вообще, а фоткать? Какой у меня чай классный. Так, что нам принесли? Так, мне пиво. Что за пиво? Какой-то франклибургер. А, жигулевский? Это Ани напиток. Да. Картошка какая вкусная. У меня так. Лимон и мята. Картошка. Что в стаканчик туда картошку? А где трубочка? А, вот. Картошка. Тут он чизбургер и гамбургер. Какая вкусняшка вся. Смотри, какой у меня. Французский бургер. Ну пробуй, вкусно, не? Да, типа зеленого чая. Зеленый да? Чай. Но мята не чувствуется. Ну, а где мой гамбургер? Где твой? Вот твой. Откуда ты знаешь, мама? О, говядина сразу видно. У меня курица, да. Он светленький идет.
на говядину, такие большие. Ну ты же заходил острый. Да, смотрите какой. Тема. У тебя какой? У меня с курицей. Смотри, какой у меня красивый. Смотри, какой красивый у меня. Тут идет как лук красный. Такой красиво выглядит. У тебя как-то такой котлета говяжья. У меня острый. О. Да? Не можно есть? Нужна тема. Я острую еду вообще не люблю. Я только такую легкую. Как ты острое кушаешь? Я люблю острое. Он не раз принесет шаурму острую, есть невозможно. Два раза укусил, больше не хочется. Всем приятного аппетита. Да. И также пивка, кто пьет тоже. Да. На втором. Так же вот так сегодня мы выбрались. Ребенок на школе. Потом будет смотреть видео, что мы без нее кушаем, да, сладости всякие. Так, заплатили мы за вот это... 900 рублей, 900 да? рублей, короче, ребят. Да, 900 рублей получили. 932, наверное. Какой вкусный, попробуй. Очень. Дай твой напиток попробуй. Что это за бурда такая? Лимон, водяной, все, да? Это зеленый чай, Ром. Какая вода? Нет. Пиво лучше, то есть сразу. Картошка фри. Да, гнилую картошку нам дали. Да, какой-то. Ребят, смотрите. Дали гнилую картошку. Ну, ничего. У нас все перетравит. Мама, ты джинсами довольна? Я хотела другие, а моего размера уже не было, раскупили. Ты уже термин должна или земля кулгос? Конечно, большой бутерброд. Но... Это не бутерброд. Бутерброд дома. Рома все бутерброды. Да, ну вкусно. Нет, я... Главное острый, супер острый. Короче, ребята, мы наелись. Ой, мам, до целого пуза уже. Да, до целого пуза, да. Ходили-ходили голодные, потом резко наелись и хорошо да. стало. Пиво я тоже напился. Пол бокала выпью, да и да, что-то не лезет. Вода разноцветная. Ага. Пиво не лезет, потому что я люблю вам мартини, а не пиво. Каждому свое. Да. Идем сейчас на метро и домой, да? Сейчас у нас Вероника ребенок. Придет, ребенок у нас придет со школы. Вероника у нас эти два дня самостоятельно ходит да. и приходит. Уже бедный ребеночек наш. Ну что сделаешь? Произвол судьбы остался. Ничего страшного. Все, мамы нету, папы. Мам, что такое? Что за? А? Это не массаж, это кисяки. Кисиратусы, садишься. Да, давай покажу. Хочешь попробовать? Вот смотрите, не знаю, что такое, но короче. Что-то странное. Рома, вы не там в детском мире? Кого? Гуся Вероника, в детском мире. Нет, пошли. Ты с вашими гусями. Уже вы мне задолбали своими покупками и закупками. Ребят, мы уже в метро. Вот так выглядит. Эти рельсы. Ждем своего поезда. Такое длинное. Нам домой недалеко, где-то сколько? Две или три станции, да? Три, наверное, четыре. Три или четыре станции, да? Ой, я так наелся. Тут все-таки жужжить. Так, здесь пол моют. Где наш поезд? О, мама, вот наш поезд. Да. А ты довольна сегодняшними закупками? Не, не сильно. Как не сильно? Сильно мои джинсы, потому что я хотела, их забрали уже, стоит другие брать. Посадки на поезд в сторону, станцию улицы Академика Яндрия. Отойдите дальше от края платформы, на поезд посадки нет. Мам, тут как на ЖД вокзале все равно. Нет, посадки на поезд в сторону, станцию улицы Академика Яндрия. Отойдите дальше от края. Нам Академика Яндрия даже не надо. Да, у нас поезд. Где поезд? Сейчас увидите, ребята.
как поезд едет. Да. Нет. Алтух его, да? Ну как самый конечный он едет, да. Самый конечный? Да. Вот так у нас новая станция выглядит. Метро. Фух, я устал эти. Аня, ты где? Аня, проходит через турникеты. Все, Ань, подожди меня. Все, наконец-то мы уже у нашего метро. Ой. Так, теперь нам куда? Азовскую пошли немножко. В общем, ребят, все, мы почти у дома, да? Сейчас чуть-чуть. Только еще купим сигарет, зайдем и домой, да? Сейчас мы на улицу выйдем. Ну что, мы нормально вышли, что ты хочешь? Вот такая у нас погодка. Погодка, конечно, никакая, идет дождь. Ну, надеемся, вам видео понравилось сегодняшней прогулки. Поэтому у меня садится батарейка. Ну, как всегда, до новых встреч. Пока-пока. Всем пока.